Дневник – это особое пространство, где подросток может выразить себя и свои чувства. Начало ведения таких записей, как правило, совпадает с началом подросткового и юношеского периода в развитии ребенка. Он начинает наблюдать не только за миром вокруг, но и за тем, что происходит с ним самим, оценивать себя со стороны. В этом возрасте у ребенка начинает формироваться новая идентичность. То есть он задается такими вопросами: кто я, какой я, где я, как относятся ко мне другие люди, да, как я к ним отношусь. То есть дневник может обладать разными функциями. Он может и снимать эмоциональное напряжение, и он может обладать некой игровой функцией. Ребенок может решать для себя какие-то смысложизненные вопросы, задаваться ими и описывать именно в дневнике. Также возможно, например, литературно-творческое какое-то воплощение. И самое главное, что, наверное, ребенок учится искать собственную правду, собственные ориентиры в жизни. –